Сельхозпредприятию «Орбита», которое летом обрабатывало химикатами поля в Кытмановском районе, скорее всего, придется выплачивать ущерб жителям за гибель коров. В июле своих кормилец потеряли 3 семьи села Сосновый Лог. Коровы погибли после того, как выпили воду из лужи по соседству с обработанными полями. По словам главы района, местный отдел полиции завершил расследование дела, в ходе которого провели исследование грунта и почвы на том месте, где были лужи. Доказано многократное превышение здесь ядовитых веществ. Вина землепользователей на этом участке усматривается. У них очень осторожное выражение. Я говорю, доказано. Они говорят, нет, усматривается, доказывать будет суд. Нет состава уголовного дела, не нашли, нет. Но административное дело будет. Будет штраф и требование о восстановлении ущерба. Об итогах расследования уже уведомили жителей, потерявших рогатый скот, и сельхозпредприятия «Орбита». Правда, чтобы одним дождаться выплат, а другим найти на них средства в своем бюджете, необходимо судебное решение.